Привет. Рад тебя видеть. Как твои поиски? Здравствуй, Эйден. Привет. Мы знакомы? Можно и так сказать. Я много где бывал и наслышан о тебе. Ты удивляешь. Совсем как Кайл Крейн. Кайл Крейн. Мой друг как-то упоминал это имя. Кто он? Имеешь в виду... Кем был? Кайл был героем. Он хотел спасти Харан. Но иногда даже величайшие герои оступаются и больше не встают. Однако тем, что мы сейчас разговариваем, мы обязаны ему. Сосредоточимся на светлой стороне. Что еще ты обо мне слышал? Много. Видишь ли, каждый твой поступок влияет на твое окружение. Каждое решение влияет на этот мир. Ты слышал об эффекте бабочки? Я пилигрим. Мало о чем не слышал. Приятно говорить с умным человеком. Эффектом бабочки называют ситуацию, при которой любое отклонение приводит к изменениям во всей системе. Кто ты вообще? Псевдоним «Ликвидатор». Регион Би-613. Откуда ты здесь? Ты ночной бегун? Нет, хотя я всегда их ценил. Они были ангелами-хранителями Велидора. Они всеми силами восстанавливали город, пока не встретили в телебашне судьбу. Многие погибли, остальные спрятались. Или потеряли себя. Как Фрэнк? Да, бедный Фрэнк. Все так же внезапно рухнуло, как человечество в эпидемию. Но, Эйден, старайся относиться к миру позитивно. Могу дать совет, если хочешь. Так тебе будет легче. Я смотрю на тебя и верю в благополучное завершение этой истории. Что ты вообще здесь делаешь? Я из LDPD, ищу беглого преступника. Так же, как Макс Уокер из «Патруля времени». Беглого? Здесь? Да. Я ищу преступницу, находящуюся в розыске. Маргариту Коннор. Могу я чем-нибудь помочь? Спасибо. Сам справлюсь. Как всегда. Ясно. Скажу честно, это довольно необычная встреча. Необычная, но может стать заурядной. Мне пора идти. Береги себя. Время? Да. Я уже забыл об этой переменной. Квази и Сик, наверное, меня заждались. Кто? Другие офицеры LDPD. Пока, Эйден. До свидания. Как там тебя? Каэтан. Зови меня Каэтан. Ликвидатор звучит странно, когда произносится вслух. И я кое-что оставил тебе. И как это... Что это...
Сэр!